Кассетная дека, производство Германия, модель называется Saba 936. После профилактики заменено все, что можно, все отрегулировано, все работает в идеальном состоянии. Значит, кнопочка включения, она у нас стрелочного типа индикаторы. Вот, значит, есть трехсекционный механический счетчик с памятью memory, по нулям будет останавливаться. Здесь такое бегущая строка зелененькая, при воспроизведении записи она бежит. Dolby System есть, NR, еще DNL какая-то своя собственная разработка по долбям у них. Значит, запись производится в ручном режиме или в автоматическом. Я буду писать в ручном. Значит, воспроизводит стандартный, это Normal, Forum Chrome и Chroma 2. Металла нет. Запись микрофона. Все работает. Можно писать с долбями, но я буду без долбей. Это автоматическая запись. Значит, перемотка влево, воспроизведение, перемотка вправо, запись, пауза, стоп, выброс. Кассета загружается вот таким типом. Как в печечку дровинку засунули. Значит, есть микрофон, запись, вот это вот выбираете, будет писать приоритет, ну не приоритетная, я его отжал, будем писать с линейного выхода, выход на наушнички и уровень записи на ну уровень записи, регулировка левый правый канал. Так, ну что, воспроизведем пока. Так, у нас memory. Вот проверим, как это по нулям станет. Все стало. Значит, мы опять обнуляем. Memory стоит. И будем писать. Пауза. Red play. Подаем сигнальчик. Поехали. Ой. Стоп. Пауза. Перемотка включил вместо рэп. Поехали. Реализован на 5-пиновом разъеме. Такой серийный номер. Saba CD-930. Питание 220 вольт. Плотный, съемный. I'm
И я вас люблю. Так, значит, дека. Тяжелая, как и все от Сабы. Значит, очень качественно воспроизводит. Значит, писали мы по нулям, ставили. Вот сейчас она у нас по нулям станет. Так, воспроизводим. Записала даже лучше, чем оригинал. Это запись. Хорошо пишет, воспроизводит, крутит и выбрасывает. На этом все. Спасибо. Дека Саба CD 936 Германия, питание 220 вольт.